Выкладываться по полной. Все техники требуют огромного труда и силы воли. Оттачивать мастерство снова и снова. На это уходит не менее 10 лет. Тренироваться с легендами. Сенсей Кацуо Тераучи был личным тренером телохранителей японского императора. И стремиться стать лучшим. Был четвертый на двух кубках мира по тэквондо. Поэтому ни шагу назад, постоянное совершенствование, постоянные тренировки. Только так становятся мастерами. Мастеру 82 года. И вот в этом домике он тренируется. «Черный пояс» по понедельникам в 23:00. Только на «Точке отрыва».